Эран, дорогой, кажется, у тебя важный звонок. Салим, джаном. Ты уже в городе? Да-да, только что прилетел. Домой приедешь? Кеша, джаном. У меня второй звонок. Подожди минутку. Черт. Ты обещал, что все наладится. И что теперь? Ты сделал меня тукалкой? Кто я, бесправная вещь в вашей жизни? Не говори так. И кто сегодня любимая жена? Она ведь так, она! Я просто хочу быть с тобой, а не птицей в клетке. Просто хочу быть с тобой. Чего ты хочешь? Скажи мне правду. Что у тебя с ней? Я прощу, если скажешь, что это так просто. Отвечай! Чего ты молчишь? У нее будет от меня сын. Ты больше не будешь спать в моей постели.